Вот, вроде бы черемуха, да? После цветения. Смотрите, какие зерна должны быть круглые, вот как вот эти вот круглые. А это непонятно от чего, переопылились или что. Первый раз вижу, чтобы черемуха вот так вот после цвета такие почки были, ягоды. Обычно вот они, вот круглые, зеленые. А это вообще что-то. Экология же скач становится.